Всем привет! Продолжаем путешествие по египетской мифологии. Хансу – небесный путник. Египетский бог Луны, почитавшийся Фивах, как сын Амона и Мут, или Себека и Хатхора, вместе с которыми составлял фиванскую триаду богов – божество Луны. Последнее сблизило его с Тотом. Уже во время Среднего Царства, когда он иногда именовался Песцом Правды, впоследствии часто встречается сложное божество Хансу Тот. Хансу иногда сопоставлялся с другим божеством, сыном Шу. Это дало повод для сближения его с греческим Гераклом. В Фивах находился большой храм Хансу между храмом Амона и Мут. Его весьма чтили и украшали. На стенах сохранились гимны в честь Хансу. Он изображался в виде человека с лунным серпом и диском на голове, а также с головой копчика и с теми же лунными признаками. Имя Хансу отражает тот факт, что Луна, именуемая по-египетски Иах, путешествует по ночному небу, поскольку оно означает «путешественник», а также носила титулы «обнимающий», «следопыт», «защитник», задумал присматривать за теми, кто путешествует ночью. Как бога света и ночи, Хансу призывал для защиты от диких животных и помощи в лечении. Говорили, что когда Хансу заставлял светить полумесяц, женщины зачали, скот стал плодовитым, и все ноздри и каждое горло наполнилось свежим воздухом. Ну, вот так вот, вкратце о Хансу, египетский бог Луны, почитавшийся в Фивах, как сын Амона и Мут, или Себека и Хатхора. Пока-пока, вкратце об этом египетском боге. Пока-пока, до свидания.